И снова здравствуйте, дорогие гости и зрители нашего канала. Сегодня нам хотелось бы показать и рассказать вам об очередной версии китайского электрокара от бренда Лешен. Да, именно эта версия электрокара не является самой скоростной, так же как не имеет очень большой диапазон пробега на одном заряде батареи. Тем не менее, производитель гарантирует качество и надежность данной машины. Итак, немного остановимся на технических характеристиках именно этой модельки, а потом поговорим о обобщенных понятиях. Лешен имеет 3-киловаттный двигатель и редукторную систему с низким передаточным числом, рассчитанным больше на тягу, чем на скорость. Потому его скорость невелика до 45 км в час но, если в нем сидит один водитель, без пассажиров, и на борту нет никакого груза, то можно рассчитывать на максимальную скорость движения до 55 км в час. Как видите сами, электромобиль имеет высокий клиренс, передние защитные дуги, с чего можно сделать вывод, что он является внедорожником. А еще он имеет мощный, 3 киловаттный двигатель, что также повышает его проходимость по бездорожью и в горной местности, обеспечивает ему высокую электротягу. Электрокар 5 местный, имеет просторный салон и багажник на крыше. С чего можно сделать вывод, что он прекрасно подходит для круизных путешествий, для выезда на природу, на пикник, охоту, рыбалку, или просто для экскурсии и путешествий по близлежащей местности. Его габариты вы также видите на экране. На фото вы видите, что именно у данного электрокара правый руль но можно у производителя заказать такой электрокар и с левым рулем, просто об этом нужно будет написать продавцу во время заказа. Батарея у данного электрокара 60 вольтовая, имеет емкость 100 ампер часов. Но можно установить еще одну, такую же самую батарею, что в два раза увеличит дальность хода электрокара. На экране вы также видите его цену, 2200-2600 долларов США. Конкретно в данном случае это значит, что если вы будете покупать от одного до трех таких электрокаров, то каждый вам обойдется в 2600 долларов. А если будете покупать у продавца 4 и больше единицы такой техники, то каждая единица вам обойдется в 2200 долларов США. Списывайтесь просто с продавцом и получайте более детальную информацию. Теперь немного о подводных камнях и несколько советов если вы выбрали себе именно этот электрокар, или какой-то другой на нашем сайте, то имейте в виду, что мы не торгуем электрокарами, а просто рассказываем вам о них. А покупать вы их будете самостоятельно у продавцов на известных китайских сайтах типа Али или Amazon. Мы просто даем вам ссылки на этих продавцов и на страничке покупок их товара. Относительно пересылки, многие зрители задают нам этот вопрос. Цены на пересылку из Китая в ваш регион будут очень сильно зависеть от отдаленности от Китая, а также от наличия логистических путей. Что такое логистические путя и как они влияют на цену? Если вы проживаете, например, в Одессе, а это портовый город и туда регулярно прибывают траулы из Китая, то пересылка в Одессу будет иметь цену значительно ниже, чем, например, в Новосибирск, который находится ближе к Китаю, но туда из Китая ничего не ездит и не плавает. А вообще, в среднем, рассчитывайте на 1000 долларов за тонну веса товара. Теперь немного о регистрации электрокаров. Преимущественно во всех странах бывшего Союза и ближнего зарубежья, если двигатель до 1 кВт, то электрокар приравнивается к электровелосипеду. Если двигатель до 2 кВт, то электрокар приравнивается к обычному мопеду. Если больше 2 кВт, то электрокар приравнивается к автомобилю и регистрировать его нужно как обычный автомобиль. И пару слов о растамаживании электрокаров. Тут тоже, законы в каждой стране разные и они постоянно меняются. В каждом большом городе есть таможенная служба. Что вы делаете? Выбираете себе электрокар, записываете все полностью его технические характеристики, а потом идете в таможенную службу и узнаете информацию относительно растамаживания данной техники. Информацию о том, какая будет цена на растамаживание, и можно ли будет его растаможить вообще. Там вам подробно все расскажут. Ну, вот и все подводные камни. Если вы решили покупать электровелосипед, то можете покупать смело, даже ни с кем не советуясь. Ну, какое растомаживание и какие права нужны для вождения велосипеда? А если решили покупать более серьезную технику, то лучше лишний раз поинтересуйтесь юридическими моментами, чем потом, придет он к вам в посылке, а по закону ездить будет на нем нельзя. Вот и все, что мы вам хотели рассказать в этом видео. Пишите свои комментарии, делитесь своими мнениями, подписывайтесь на канал, и мы вас будем держать всегда в курсе всех новинок на рынке Китая в данном направлении. У нас на канале вы найдете много видео обзоров китайских электромобилей и электрокаров в целом, а на нашем сайте вы можете посмотреть топ самых продаваемых и недорогих китайских электрокаров, а также получить ссылки на них. Ссылку именно на электрокар Лэшен вы найдете в описании под этим видео. Успехов вам, выгодных покупок и до новых встреч!